Пробник по информатике Степан сдает не в первый раз. К очередному испытанию КИГЭ, это такой же ЕГЭ, только на компьютерах, парень относится спокойно. Мотивирует поступление на факультет информационной безопасности. Рассказывает, тренировочный экзамен – повод прокачать свой балл. Самый большой был около 76, если я не ошибаюсь. Поэтому буду стремиться, конечно же, еще выше. Приходится справляться и самому, и находить... Я сейчас учусь в онлайн-школе. Репетиторов, однако, нету. Я считаю, репетитор не столько нужен, поскольку все-таки в одиночку можно подготовиться и вполне успешно. Так называемая тренировка – проба не только для ребят, но и для организаторов пункта проведения экзамена. Сегодня, как и по всей стране, здесь тестировали новую технологию обработки экзаменационного материала. В этом году КИМы пойдут по защищенным каналам по сети интернет. Для нас это новое, поэтому вот эту ситуацию нам необходимо отработать. Это скорость передачи материала и защищенный канал, он не дает возможности на сегодняшний день утечки информации. Еще одно нововведение – технология сканирования бланков в аудиториях пунктов сразу после завершения экзамена. Это позволит исключить ситуации дописывания или внесения исправлений в бланки ответов. Пришла новая техника. На экзамены у нас сканеры новые, поэтому нам нужно посмотреть, как они себя в работе чувствуют. При этом, помимо экзаменационных материалов участников, еще они сканируют определенные ведомости. Затем сканируют эти все документы, это все сразу уходит в ЦОЭ. Как утверждают организаторы, такие новшества позволят реализовать право каждого выпускника написать экзамен в абсолютно одинаковых условиях и продемонстрировать те знания, которые у него есть. По словам самих школьников, такое усиление контроля на ЕГЭ их не страшит. Ну, я не знаю, как к этому эмоционально подготовиться, просто учить и быть в себе уверенной. И не бояться, но это все равно экзамен, это не что-то страшное, все через это проходят, и я пройду. Добавим, что в Алтайском крае всероссийские тренировочные экзамены сдавали сегодня около 2000 школьников. Но не за горами уже настоящий ЕГЭ. Его предстоит в этом году сдать больше 11 тысячам ребят. Мария Мацаев, Алексей Фризин. День с толком.